Что, друзья, добро пожаловать на мой огород. Да, я его устроила у себя в лоджии. И сейчас я вам ее покажу. Вот. Вот он мой огород. Я буду выращивать сейчас лучок. Итак, что, вот я купила опилочки. Вот опилки. И смотрите, как можно его выращивать. Вот. Горшок из-под для цветов. Там целая куча дырочек, поэтому я натянула на него вот такой полиэтиленовый мешочек. Вот полиэтиленовые мешочки, вот такие два. Два опилочки. Лучок. Так, сейчас дальше будем работать с луком. Что я делаю с лучком? Вот у меня лучок, я вот здесь подрезаю. Пока ставлю так, чтобы вышел. Потом я уложу как следует. Ну, как видели, значит, это можно укладывать где угодно. Здесь уже он пророс, но все равно я немножечко вот так. Вот. Сейчас я буду укладывать в этот горшок плотненько. Вот. Но потом я еще докуплю. И мы можем каждую неделю высаживать. Высадили одну неделю, потом другую неделю. И так у нас он будет проращиваться у нас где-то дней 10-14. Поэтому можно где-то через недельку посадить уже вот в мешочке. Потом еще через недельку. И так будет постоянно. Урожай. Урожай с этого лука можно снять два. Я потом покажу. Значит, сколько он будет проращиваться? Ну, дней 10-14. Да, поэтому можно через недельку, потом еще через недельку. Вот. Потом это еще раз вырастет. И так он будет. Так вот, все. Почистила, убрала. Почистила, убрала. Итак, что делаю? Сейчас я буду... Упс. Я буду высаживать его, то есть утрамбовывать. Буду ставить как надо лучок. Так, я его выкладываю плотненько, этот маленький. Маленький я заменю другим. Лучок вот так вот плотненько. Хвостики кверху. Так, где у меня маленький? Не помещается. Ну, не надо, у меня есть еще место. Так, теперь укладываем. Уложили. Уложила. Дальше укладываю вот сюда. Где мой лучок? О! Отлично.
так вот плотненько укладываю лучок. Вот еще один. Сюда. Что-то тут у меня падает. Мое приспособление. Ну вот. Вот уложен здесь лучок. Текс. Плотненько уложен. Так. Плотненько вот так вот уложен лучок. Все. Что теперь дальше? Сейчас я наберу воды и полью. Покажу. Ну что? Вот у меня бутылка. Я сделала дырочки. Обычная бутылка из-под воды. Я сейчас буду поливать. Вот. Поливать. Нужно хорошо полить опилки. Чтобы они были влажными. Вот видно, как вода проникает. Все, опилки хорошо у меня политы. Опилочки хорошо политы. Все. Буду ждать урожая. И посмотрим, как удался мой эксперимент или нет. Вот я еще заготовила. То есть вот отсюда я могу снять два урожая. Ну вот у меня есть мешочек, я посажу где-то через недельку. Итак, я буду показывать каждые, скажем, 3 дня. 2 нет, наверное, маловато для роста. А вот каждые 3 дня я постараюсь показывать, что будет, как вырастет мой урожай и мой огород. Это такой эксперимент, но хочется еще, конечно, посадить петрушечку, укропчик. Почему я так решилась? Да дело в том, что и летом не было зеленого лука толком. Все высохло. И сейчас все это достаточно дорого, видя маленький пучок. Маленький пучок стоит дороже, чем вот все, что я вот сейчас посадила. Поэтому я решила, что я буду вот так. А почему не свежий лучок? Замечательно. Понравилось видео? Ставьте лайки и подписывайтесь.